Всем привет, дорогие мои друзья, и мы продолжаем с вами проходить игру «Последний день на Земле». Ну что же, я дошел до бункера Альфа. Сейчас мы туда заходим с вами и забираем все, что не успели забрать в тот раз. Поехали. Последний день на Земле. Можно сказать, что очевидцы событий тех дней еще живы. Призраки прошлого, или как их принято называть, там неважно как. Ладно, побежали. Ну, насколько я помню, вроде бы самое нужное и самое ценное мы отсюда вытащили, да? Хотя, блин, неужели все вытащила? А нет, смотрите, ребята, молоточек и тряпочка пригодится. О, здесь даже штанишки целые. Это нонсенс. Фонарь, карточка. Так что, ребята, не все, оказывается, я отсюда выгреб. А здесь пусто. И здесь. Но, тем не менее, все нормально. Не зря я сюда пробежался. Давайте тогда... Слушайте, а может быть лес порубить здесь, а? Его здесь вроде бы целая куча. Да? Давайте-ка я этим, наверное, здесь и займусь. Здесь безопасно, зомбарей нету. Руби себе, как говорится, не хочу. Сейчас забьем себе инвентарь, все равно... Оу! А, у меня, оказывается, еще был один топор. Я уж думал, что надо будет опять делать. А камней-то у меня нету, известняка. Но нам повезло. Так что рубим нон-стопом. Сейчас мы себе полностью инвентарь древесины забьем и побежим домой. Оу, вот теперь все, ребята. По-моему, я... Да, дорубился. Ну что ж, ничего не поделаешь. Придется бежать домой. Тут, насколько я помню, у нас известняка нигде нету, да? Да, один лес. Неплохое местечко, спокойное. Леса много. Ну, а нас, как говорится, это не спасает, потому что у нас нет топора. И мы бежим до дома, ребят. Все там выложим. Ну и, естественно, продолжим наш поход куда-нибудь. Так, зомбари через, ну, через сутки они до меня дойдут. Так что можно смело отправляться. А давайте вообще в лес пойдем сюда. Может быть, здесь что-нибудь и найдем известняк и сделаем топор. Ладно, увидимся позже немного. Ну что, ребята, продолжаем играть. Так, мы прибежали. Наша цель — найти известняк. А он как раз здесь лежит. Хорошо. Ага, одной штучки не хватает. Ладно, я думаю, что где-нибудь здесь поблизости мы найдем. Так, тихо, уже зомбари. Давайте-ка потихонечку, я сейчас веслом его. Бегун, к тому же. На. Готов. Огурец. Так, древесинку обязательно надо поднять. Так, ну я пока вижу... А, все, все нормально, ребята. Можно, в принципе, смело делать топор. Так, давайте сделаем его по-быренькому. Так, местечко у меня есть, да? Есть, для топора найдется. Создаем. Ну что же, продолжаем рубить. Так, я, правда, не посмотрел, сколько у меня... Иди отсюда, а! Я хотел его втихаря, но... Раз он среагировал, как говорится, сам виноват. Давайте дальше рубить. О, леса здесь у нас много. Так что, я думаю, хватит нам здесь полностью укомплектоваться. Блин, вот и все. А, нет, смотрите-ка. А, я, видимо, на осоку нажал. Поэтому мне написали, что мой инвентарь полон. Ну, для древесины... Так, кто там еще ползет, а? Смотрите. Опять зомбарь. На-ка. Получил. Как тебя перекосило, браток. Ух, леса-то сколько, елки-палки. Так, бежит кто-то. Оу! Не-не-не-не-не-не. Надо сваливать отсюда. Знаем мы этих ребят.
со знаками. Очень опасные. Интересно, а если я войду еще раз, он там будет или нет, а? Экстремал. Ну, не узнаешь, пока не проверишь, да? Ну, вроде бы пока тихо. Так, подкрепились маленько. Продолжаю я заниматься рубкой. Надеюсь, этот гаденыш больше сюда не прибежит. Слушайте, если бы я был бы одет хорошенько, да, и у меня было бы оружие и бинты, я бы, конечно, бы его накумарил, поверьте мне. Но просто не стал рисковать. Ёлки-палки, все, ребята, инвентарь полный, полностью. Давайте посмотрим, да, бункер Альфа. По большому счету, эту карточку можно было бы и выкинуть, она нам, честно говоря, не нужна. Но я хочу здесь посмотреть, вдруг какой-нибудь будет. Я уже вижу ящик. Вот я и хочу его проверить. Что в нем? Вдруг что-нибудь хорошее? Какое-нибудь оружие? Или одежда? Так. Ай, елки-палки, среагировал. Ядрите, да хорош. Сейчас до кучи не хватало этого придурка сюда. Со знаком и все. И меня бы тут расписали. Ёлки-палки, ребят. Ну, хорошо, что у меня есть штанишки и рубашка. Рубашка, конечно, сейчас моментально с меня слетит, потому что она там на один удар. О, тихо, тихо. Токсик, ты задолбал так втихаря-то. Это хорошо, что я вначале подкрепился, а не одеваться стал. Так бы сейчас уже все, погиб бы. Забираем. Да, рубашки у меня уже нету, как вы видите. Так, ну что, давайте тогда проверим этот ящик, что в нем лежит. Было бы что-нибудь путевое. Вода. Ну, в принципе, нормально. Болты с гайками нам пригодятся, они для чопера. Кстати, металлолом тоже, я думаю, он нужнее нам. Да. Мясо-то, конечно, хотелось бы, и шкуры. Оу! Ёлки-палки, это зомби. Я уж подумал, опять этот чеканутый бежит. Нет. Кстати, весло у меня скоро сломается. Это тоже очень плохо. Еще вижу один ящик. А, это сумка. Слушай, Токсик, ух ты, ё-моё. Да вы надоели уже, на самом деле. На-ка, получи. Собаки с двух сторон зажали. Так. Нафиг, 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 надо. Смотри, как он бегает быстро, а. Ну все, сейчас ты у меня получишь, придурок. Давайте его расклепаем здесь. Отлично. Кстати, я уже скоро уровень получу. Это очень даже хорошо. Ёлки-палки, у меня еды больше нету, да? Только вода. Это очень плохо. Я не смогу, ребята, подкрепиться и восполнить себе здоровье. Блин, а почему я ягоды не могу взять? Странно, да? Давайте так сделаем. Буду бегать с тесаком. Так, что же, блин, банки вот эти выкинуть, они мне, в принципе, нафиг не нужны. Пустые. Этот мы смотрели? Да, мы этот ящик проверили с вами, ничего в нем нету. Ага, вот. Ё-моё, ну-ка. Так, смотрим, ребята, смотрим. Нет, я его загашу. Этого мы сделаем. Ну, давай что-нибудь. О, хорошо-то как. Кеды одеваем. Рубашка, штаны тоже. И рубаху. Блин, штаны-то, ё-моё. Я даже не знаю, что и делать. Как-никак, они все-таки дают защиту мне. Хоть и небольшую, но дают. Ну что в этой сумке у нас? Дайте что-нибудь хорошее, а. Так, выхлопная. Угу. Резинки. Еда. Еда нам нужна, ребят. Давайте вот так сделаем. Слушайте, я не знаю, нужна ли нам еще одна выхлопная труба, но на всякий случай возьму. Штаны. Блин, мне штаны бы хотелось, конечно, бы взять с собой. Давайте вот так сделаем.
карточка от бункера Альфа нам уже не нужна, потому что мы там все забрали. И возвращаться я туда больше не собираюсь. Кстати, хотелось бы узнать, ребята, если кто знает, где у нас находится карточка от бункера Браво. О, вот и уровень новый. Если кто знает, отпишитесь в комментариях, пожалуйста. Уж больно хочется мне туда сходить и посмотреть, что там. Так, ну что, инвентарь у меня полный. Ветки я дозабираю, и, в принципе, все, можно отсюда будет уходить. Куда ты разогнался? А, бегу. Все, готов. Так, а вот этот... Интересно, вот этот ящик мы с вами смотрели или нет? Я что-то не помню. Смотрите-ка, нет. Значит, и тот не смотрели. Блин. Вау, это что такое? Это у нас какая-то пила. Наверняка для какого-нибудь оружия, да? Блин, и жрачка, я даже не знаю. Давайте вот так сделаем. Провода. Ну, я, наверное, думаю, что мы уже ничего здесь делать такого особого не будем. Сейчас мы вот тот ящик еще проверим. Оу, жирный, ё-моё, тебе тут еще только не хватало, блин. Как ты запарил, а? Опять свои прыгунки тут начинает делать. Все, рубашку сейчас у меня, наверное, разберут. А нет, смотрите-ка, я его одолел. Блин, остался это последний ящик, ёлки-палки. И все. Блин, а там? Тот дальний-то мы смотрели, нет? Кто-то бежит, 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 бежит. Ага, это токсический урод. Слушайте, ребята, мне, по-моему, пора отсюда сматываться. У меня нету подкрепа. То бишь, я не смогу отхилиться. Ну, а как видели, жизни у меня очень мало. Я этого токсика бы не забил. Ну что ж, давайте пойдем тогда уже домой. Со спокойной душой выкладывать все это. Ну и, естественно, увидимся чуть-чуть с вами попозже, когда я уже дойду до туда. Ну что, ребята, вот я и дошел. Давайте заходить. И будем, наверное, все выкладывать. А может быть, даже что-нибудь с вами сделаем. Материалы у нас есть. Орда зомби, да? Могут разрушить мой дом. Наверняка уже какую-нибудь стену мне снесли, стопудово. Ух ты, ребята, морковка у меня проросла. Надо будет ее потом собрать. Так, давайте-ка вот сюда в первую очередь. О, вот и как раз и нет у меня стены, ребят. Надо срочно это дело исправить. Так, отлично. Оу, тихо-тихо, больше мне ничего не надо. Все, на этом достаточно. Что у меня тут с печкой? Ага. Ну, я не знаю, может быть, дровишек кинуть? Вот так. Пускай доделывается. Так, здесь у нас 20 досок готово. Костер у меня потухший. Так, что можно здесь сделать? Камнерезку. Угу, нужно 10 слитков, ребят. Так, один я вижу. Но этого мало. Че, и нету, что ли, больше? Так, еще 5. Давай ты, елки-палки, ага. Так, 5. И здесь у нас сколько сделано? 8. Вот так-то оно будет хорошо, ребят. Ну, не сюда зашел. Ну что, давайте тогда сделаем камнерезку. Да? Так, рабочие ботинки. Вездеход. Создаем, короче. Все, шикарно. И устанавливаем. Только вот куда? Черт подери, слишком мало места. Блин, сюда не хочу. Вот так вот давайте, ага. Блин, вот я молодец тоже, а? Поставил. Чуданул, ё-моё, а. Ну, давайте. Ага, значит, нужны здесь известняк, и он будет из них делать типа кирпичи. Ну, здорово, я даже не могу. Блин, вот поставил тоже, а. Ёлки-палки. Ну, я думаю, что мне выгоднее снести стену, чем станок, согласитесь. Так, давайте тогда мы уберем. Вот так. И здесь тогда тоже придется убирать. Вот так, отлично.
натворил, как говорится, делов. Проблем себе создал. Так, а что мы можем еще? Нет, ни в коем случае сносить я не буду, потому что ресурсы затрачены. Они, к сожалению, назад ко мне не вернутся. Если бы вернулись, базар нет. А так нет, не пойдет. Угу. Надо, значит, сюда известняк загрузить. У меня вроде где-то лежал. Ага, вижу здесь 18 штучек. И давайте закидывать. Пускай делаются у нас кирпичи. Ну, якобы. Так, а сюда мы можем закинуть что? Гайки с болтами. И все, да? А, нет, ребята, нет, нет, нет. Так, слитки, труба это есть выхлопная. Провода не нужны. Да. Ёлки-палки, все. А, вот здесь есть место. Давайте выгружаться здесь тогда. Фонарики эти все, провода. Так, выхлопную тоже. Нафиг она мне нужна. Пускай будет лежать здесь. Ну что, вроде бы как все, да? Так, тут у нас делаются слитки. Ну, все пока нормально. У меня еще есть одна монтировка. Ну, у меня также и тесак есть. Так что особо переживать нечего. Давайте это выложим. Ну, вроде как все, пока. Что можно сделать? Давайте бинты. Так. Хорош. Блин, что это за велком? Ну, я не знаю, из одного куска мяса, блин, но... Как-то мне жалко бросать. У нас тут морковки еще, ё-моё, я же забыл. 14 штук. Слушайте, довольно неплохо. На пропитание я себе насобирал. Бинты у меня есть. Можно уже даже отправляться куда-нибудь посерьезнее, да? На дело. И морковками долечимся. Все, все шикарно. Так, слушайте, смотрите, швейный стол. Ага. Пять резинок нужно. Блин, а у меня резинок нету. Так, здесь нужна кожа. Везде кожа нужна. Причем довольно много. Так, давайте тогда. Что тут у нас? Выложим это сюда. Так, ну-ка, кожа у нас есть. Сколько ее вообще? Тут у нас пусто. О-о-о, тихо, тихо, волчара. Нифига ты, блин. Вообще припух, я смотрю. Просто-напросто. Гаденыш. Так, ну-ка. Ага, всего одна кожа. Ну, давайте вот так сделаем. Черт, подери. Да, на ботиночки мне не хватит, конечно. Так и буду в этих говноступах бегать. Так, и мясо. Все, да? По-моему, да. А, нет, вот там еще. Ага, вот у нас 10 кожи есть, ребята. Вот так вот. Ну-ка, что надо там? Да ё-моё, ткань нужна. А ткань, это делается, наверное, на швейном столе. Для этого его нужно сделать, естественно. Ладно, отменяется все. Блин, надо тогда... Тогда надо бежать отсюда. И как можно дальше. Ну да, я думаю, этого мне хватит. Бинты, еда есть, все. Ну что же, ребята, на этом я буду завершать свой выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии. А я пока сбегаю в холмы. Увидимся, ребята. Всем пока.